Отсюда из этого карьера долгое время поставлялась глина на Рязанский кирпичный завод. В этом отношении карьер исчерпал свои возможности и стал ненужным. Но недавно местные жители заметили, что сюда по ночам приезжают грузовые машины. Стали копать и узнали о планах на эту территорию, как на полигон отходов. И чтобы уже этот вопрос разрешить, выяснить, действительно ли туда возят отходы и дальнейшая судьба этого карьера, я решил обратиться в прокуратуру природоохранную с целью проверки законности дальнейшего использования этого карьера. Естественно, такое соседство никому не по душе. Жители оперативно составили письма, собрали подписи и обратились во все возможные структуры. Природоохранная прокуратура провела проверку и подтвердила, почвы близ села Высокая не позволяют организовывать здесь никаких свалок. Мы установили, что характеристика почв на территории поселения такова, что она не предполагает и невозможно захоронение тех отходов, которые имеют место быть на территории данного поселения, тем путем, в проекте которым предлагался и был разработан научно-исследовательским институтом. Поэтому на сегодняшний момент прокуратура по результатам прокурорской проверки внесла предостережение о недопустимости нарушений закона, потому что если на сегодняшний момент нарушений природоохранного законодательства нет, но если мы будем бездействовать, оно обязательно будет. Поэтому в этом случае мы должны предупредить, чем потом исправлять. Наиболее эффективного результата удалось достичь именно благодаря слаженным действиям природоохранной прокуратуры и власти после обращения неравнодушных граждан. Вовремя отреагировали, и наше министерство природопользования выезжало на место со своим инспекторским надзором. Здесь как раз очень хороший общественный контроль. Это общее взаимодействие и общественности, и правительства Рязанской области, и природоохранной прокуратуры, и, конечно, администрации. На настоящий момент нарушений на территории карьера не обнаружено, но чтобы предостеречь от возможности будущих нарушений, природоохранная прокуратура издала такой документ – предостережение. В любом случае и местные жители, проявившие небезразличие и активность, будут бдительно следить за исполнением этого документа. Очень быстро, оперативно провели проверку по нашему заявлению, разъяснили населению, как дальше будет эксплуатироваться этот карьер, возможно ли там хранить какие-либо отходы. И все жители, которые присутствовали на этом собрании, они пришли к выводу, что дальнейшая судьба будет под контролем этого карьера, и мы, жители, также не оставим без внимания этот карьер.